Сегодня 20 марта. Это вот начало парка Динамо. Вот улица Ипподромная, самый ее конец. Вот здесь мы живем, и в такую погоду, когда стоит тихо, влажно, ночью дышать невозможно. Запах сероводорода. Вот, приходится все закрывать, все окна. Вот, иначе ночью можно задохнуться. Вот, сегодня позвонил 112, перенаправили в Роспотребнадзор, который перезвонил. Говорит, пишите все письменно, будем разбираться. Но мы уже обращались и в Коминтерновскую администрацию, никто никаких мер не принял. Приедут, посмотрят, вот, отпишут, что все хорошо, никто ничего не делает. Вот сейчас уже утро, начинает ветерком все сдувать, они приедут, пойди докажи, что здесь это. Вот, простых жителей, которые говорят, что не все так хорошо, никто не слушает. Видно, кто-то по ночам где-то чего-то сливает. Вот просьба мэра разобраться в этой ситуации. Вот, спасибо.